О, я вышел из этой воды. Так слышно, прием, Ликс. Алло, алло. Камера моя. Алло, Ликс, как слышно? Чуть-чуть плоховато, но все равно понятно. Это отлично, Ликс. Изучи все комнаты. Ты приплыл здесь через лодку, и ты уплывешь отсюда через лодку. Надеюсь, ты выберешься вовремя, чем что-то сломается быстрее. Итак, тут могут падать вещи или что-то еще. Но знай, тут сущности нет, поэтому так здесь будет тебе безопаснее. Итак, но тут лаборатория. Могут создаваться что-то еще. Изучи и исследуй все комнаты. Итак, эта локация называется, по нашим меркам, Abyssal Paint. Изучи комнаты. Отбой. Точнее, это E5. Итак, локация называется E5. Изучи и исследуй эту местность. Отбой. Итак, нужно изучить эту местность, пока не поздно. Итак, знай, Ликс, что это место будут просто реконструировать через 2 или 1 месяц. Итак, поэтому у тебя есть время изучить его. Оно не заброшенное, пока оно просто оставлено так. Так что исследуй и изучи его. Он в глубокой, тихой воде. Отбой. Погоди. Тут есть рабочий компьютер. Я смотрю через твою камеру, которая установлена у тебя на воротнике. Ага. Нажми-ка. Он должен быть рабочим. Я так и знал, он рабочий. Так. Что это за дичь тут? Включилось. Какой-то код. Да уйди, стол, не мешай мне. Тут полочки какие-то. Так, полочки. Попробуй их открыть. Нет. Они не открываются. Они не открываются. Нет, их никак не открыть. Ладно, Ликс, исследуй дальше. Блин. У меня такая слабая камера. Тяжело записывать. Из-за этого каждый влог у меня лагает из-за этой дурацкой камеры. Так, Ликс, посмотри, что тут еще. Так, я записал там что-то. Погоди, что ты там записал? Сейчас нажму-ка. Вон там код высветился. Вот, там, так. Вон там код высветился новый. Видимо, что-то рабочее. Так, господи, тут такие опасные вещи. Тут воняет слегка. Я знаю. Я знаю, что тут воняет. Откуда ты это знаешь? Во-первых, не ты, а вы. А во-вторых, это не заброшенное место, знай. Его будут реконструировать. Просто из-за каких-то проблем что-то не то случилось. Что это за кукла? Ну-ка, возьми ее. Она какие-то звуки издает. Блин. Опасная кукла. Так, что здесь? Что за этой дверью? Тут? Тут у нас какая-то лаборатория. Так, тут лаборатория. Тут какой-то поломатый монитор. Так, что за лупа это такая? Что это за лупа такая? Ржавая какая-то лупа. Ладно. Что это за картина? Что это за треугольник у него там между ног у этого робота? На муравья похож. Что это такое? Популяр сценарист. Тут какие-то дичь. Понятно. А, Ликс, погоди. Это не морг, я тебя сразу предупреждаю. Говорят, тут создавалась органика. И тут стоят части тела.
Это место не до конца изучено. Поэтому я знаю всего лишь о нем 47%. А остальные 53% тебе нужно это разгадать. И тогда мы соберем полностью 100%. Ага, понял. Так. Не, посмотри. Она ржавая. Кажется, не рабочая. Нет, она не нажимается. Нет, она не рабочая. Ага, понятно. Так, окей. Что это за двери? Что это за двери? Открой. Так, это что это за дверь? Тут какое-то радио. Если ты здесь, а? Карл, Карл! А? Помоги мне! Помоги! Помоги! Что там у тебя такое? Запись какая-то оборванная. Че это за дичь такая? Тут коды всякие. Как оно вообще работает? Я не пойму. Страшное какое-то место тут. Заберись. Ай, блин. Тут так. Господи. Как здесь осматривать хоть что-то? Господи, что это такое? Лекс, в любом случае тебе нужно изучить эти места. Это какой-то генератор. Генератор какой-то. Ага, понял. Нажми-ка на оранжевую кнопку. Нажми-ка на голубую. Ой, нажми точнее на синюю. На красную нажми. Не нажимается она. Что тут происходит? Ты какой-то код активировал, кажется. Ликс, уходи отсюда. Иди туда. Что это такое? Такое ощущение, будто бы это скрытая дверь. Скрытая дверь, как будто. Нет, Ликс, это не так. Ну, выйди с этой комнаты. Что это такое? Таймер какой-то. Он не рабочий. Спускайся вниз. Я какие-то звуки все постоянно слышу. Такие тык-тык-тык-тык-тык. Ага, я понял. У меня камера еще очень сильно подлагивает. Очень сильно лагает. Я даже не знаю, как это исправить. А, тут что это такое? Стул какой-то. Тут это что, это водка? Да, Ликс, они тут, если что, иногда бухали вроде бы. Ладно, это моя версия. Вдруг они в чем-то это использовали хорошим. Они пили. Как некоторые есть. Лампа какая-то. Так, стул. Что он вообще тут делает? Так. Ну, в общем, тут ничего интересного нету. Иди в другие комнаты. Блин, Ликс. Я сожалею, но у тебя камера реально сильно лагает. Стой, посмотри, что там. Здесь я? Да. Обычно, что это за место? Тут бочка какая-то. Так, коробки какие-то. Молоко просохшее, видимо. И что-то еще валяется на полу. Это худое молоко. Тут коробка какая-то. Бензин. Это бензин, да? Это от бензина вот эта вещь. Да, это бензин. Ликс, в коробках ничего интересного нет, знай. Они вроде бы пустые, по моим расчетам. Вызови-ка лифт. Что это? Что-то со мной не так. Блин, господи, закройся. Ох, голова кружит. Ох, закроешься или ты нет? Закройся, пожалуйста. Видимо, с лифтом тут что-то не так, Ликс. Я реально не пойму, что тут не так. У меня что-то такое. Detention one, please.
О, лифт едет. Видимо, он с другой стороны открутся. Плыви, Ликс, плыви, плыви. Включи защитный скафандр. Включил. Шлем, шлем одел. Так, я плыву. Ликс, знаю, это важное изучение, очень важное. Стоит дороже жизни. Да ты на каждом изучении так говоришь. Я тебе снова повторяю, не ты, а вы. Блин, мы все равно на изучение. Какая тут разница? Хотя, в принципе, ты прав. Мы так коллеги. Так, что это за место? Лантерн. Ну, знаю, у тебя кислород хватает всего лишь на 8 часов. Что это такое? Тут кнопка какая-то. Откройся. Она ничего не делает. И вот это не открывается. Дичь какая-то. А эта кнопка работает? Ну-ка. А! Что это такое? Выключай защитный скафандр. Я выключил. Все нормально. Так, опачки, Ликс. А это уже интересно. А это уже интересно. Много механик тут. Так, что это такое? Кнопки какие-то. Нажми-ка на красную. Что она делает? А теперь на зеленую. Давай снова на красную. Эту? Да. Не получается уже на нее нажать. Что она делает? Она ничего не делает. Видимо, дичь какая-то. Опять кукла. Видимо, тут что-то произойдет. Да блин, они все издают этот звук. Блин, понятно. Ликс, ладно, уплывай отсюда уже. Хорошо. Как только вода поднимется, сразу же слышишь, как его оденешь в скафандр. Почему она не работает? Я что, заперся где-то? Нет, нет, Ликс, ты не заперся. Включай. Я включил скафандр. Я включил скафандр. Лови дальше. Смотри, что тут так, не так. Я не знаю, сейчас попытаюсь. Так, тут что-то мигает. Так, Ликс. Попытаюсь сейчас как-то здесь что-нибудь понять хоть. Единственное, что мы поняли в этом изучении... То, что тут создается органика. А также тут есть лаборатории, где в компьютерах можно что-то напечатать. Погоди, тут еще какой-то. Какая-то зеленая уже метка. Плыви по ней. Хорошо. Итак. Я смотрю за твоим скафандром. Тут какой-то випер. Випер? Что это такое вообще? Я сам не пойму. Может, вы мне объясните? Но это место вообще отличается, кажется, от того. Attention, phone, please. Left in the rock is on. Выключай скафандр. Я его выключил. С этой стороны мне выходить. Это реально другое место какое-то. Хотя... Да, это другое место. Опачки, Ликс, ты, кажется, другое изучение еще делаешь тут. Какое-то у тебя интересное изучение. Был бы я на твоем месте. Но рисковать собой нельзя. Че это? Это, кажется, вип-зона. Я, кажется, понял, это вип-зона. Вип-зона? Чё это? Ну, это где там... Те, у которых доступа больше. Ладно. Погоди, Ликс.
Господи, фонарь выключился. Фонарь выключился. Ах, я испугался реально. Фух. Лекс, не пугайся. Так что это такое? Фух, я чуть не испугался. Я испугался очень сильно. Может, если я обернусь, ничего не будет, да? Ах. Ликс, не бойся, не бойся, Ликс. Ладно, ладно. Так, пополни свое здоровье. Оно рабочее. О, мне уже хорошо стало. О, тут какие-то вещи. Видимо, что-то тут создавалось. Так, Ликс, ну-ка, понюхай и скажи, чем это пахнет. Что за звук? Она пахнет каким-то кислотной жижей. Или чем-то такое. Я не знаю, как это назвать. Ладно, Ликс, выматывайся отсюда быстрее, как можно скорее. Включи защитный скафандр. Включил. Все. Ты уезжаешь отсюда. Улетай. Точнее, уплываешь. Думаю, сделали достаточное изучение. Ага, я понял. Мы реально достаточное изучение сделали. Теперь ты можешь уплывать, и мы поплывем на лодке. Дай место своих геоданных, и лодка приплывет именно на это место. Да, давай вот здесь именно. Давай место геоданных, далее лодка приедет. Приплывет за тобой лодка, и далее... Она будет прямой именно над тобой. Ты попадаешь ее найти и уплывешь. Так, конец связи. Давай, я отправил геоданные. Все, Ликс. И Ликс уплыл потом на лодке. Через час лодка приплыла. И Ликс уплыл уже. На этом закончилась история изучения локации Е5. А точнее, Abyssal Pain. Abyssal Pain называется локация. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.